Эй, смотрите на нее. Эй, пельмень. Сейчас? Да, хорошо. А вот и девчонка на побегушках. Скройся. Это чё? Если с лицом не повезло, хотя бы мозгом пользуйся. Я сказала, прекратите! Умереть захотелось? Она самая уродливая. Слава богу. Ты собиралась прыгнуть? С ума сошла? Я не собиралась прыгать. Лучше попробуй преодолеть трудности. Ты хоть представляешь, насколько опустошенно будут чувствовать себя все, кто тебя любит? Подождите же! Вы сбили мои очки, и теперь я не вижу. Я даже не смогу отличить какашку от Ванчана. Берите руку и поднимайтесь. Следите за своими руками. Лучше полезайте на спину. Дядюшка, почему вы были на крыше? Тетушка, может, перестанете шептать? Возможно, вы знаете кого-то, кто был на крыше, как и я? Скажите еще одно слово, и я оставлю вас там. Ладно, я буду молчать. Мой рот на замке. Эй, дядюшка! Опять дядюшка? Что? Тот, кто умер, не хотел бы, чтобы те, кого он оставил, слишком долго скорбели. Поэтому вы должны быть счастливы. Почему ты такая глупая? Почему? Я на седьмом небе от счастья. Я перевожусь. Привет. Кто, черт возьми? О чем ты? Я пошла в школу! Невероятная красотка! Ты точно не наяву! Возьмите. Спасибо! Почему голос кажется знакомым? Кстати, Сухо, это новенькая. Она будет учиться в нашем классе. Не мог бы ты ее провести? А должен, и я-то. Да. Постой, братик. Мы настолько близки, что ты меня братом называешь. Мое лицо! Что на его спине? След от макияжа? Рада знакомству. Ты красивая. Она водостойкая. О, нет. Прости, я могу отдать его в химчистку. Выбросим. Он всегда такой. Внешне красавчик, а характером психопат. Вот как? Да. Почему она меня игнорирует? Вы поранились? Копы здесь. Бежим! Ушли?
Погоди, мой шлем! Долго ты еще придуриваться будешь? Ты ведь меня знаешь, да? Ты узнал меня еще, когда мы встретились? Тебе несложно узнать. Можешь сделать одолжение и никому не рассказывать? Конечно. Теперь довольна. Что мне еще сделать? Это уже будет взятка. Давай, ешь. Разве тебе не нужна проклятая маска? Нравится смотреть, как люди едят. Эй, не вдыхай это. Просто не смотри. Вынь ее. Да? Нет, просто вдохни. Вот. Опять взятка? Нет, это подарок. С днем рождения. Спасибо, что никому не расскажешь, какая я без макияжа. С дороги. Пространство и время для меня сузились. Ты раздражаешь. Это мое место. Прости. Начнем, пожалуй. Приходи на крышу. Сумасшедшая. Кто ты такая? Выпендриваешься? Эй, я постирала твою форму, и вот книга, которую я обещала. Я тебе нравлюсь? Нет. Мне без разницы, в каких облаках ты витаешь. Прекрати доставать меня. Подожди. Ты не видел меня тогда, после школы? Тронь меня еще раз, и поплатишься за это. Нет. Я... принесла не то. Тут прокладки лежат. Мне конец. Откуда у тебя мой номер? Ты должна мне кое-что отдать. Так отдай. Что из этого я должна тебе принести? Я ведь не опоздала? Что за шлем? Почему ты приехала сюда на велосипеде? Чтобы быстрее доехать до дома и отдохнуть. Тогда быстрее отдавай его. Где он? Так сложно найти его в сумке. Хомикс. Хомикс? Отдавай. Ты знаешь, что он стоит намного больше, да? Вот. Твой пиджак. Я в порядке. Ты сбежала с моим шлемом. Прости, я верну его тебе завтра. Это грубиян. Это намного лучше, чем быть пойманной. Тебе нужно умыть лицо. Идем с моим водой. Идем. Пойдем. Пошли. Остановитесь. Джугён. Джугён. Прочь с дороги. Черт. Кто это был?